Она меня ласково называла по фамилии первой Зубкова, Зубастик. А, Зубастик, Зубочек, привет. Я ее ласково Любастик. Мы собирались у нее в коптерке, так называли мы это помещение. Покуривали под ее шумок. Как бы, ну, вроде бы мы еще молодые были, нам нельзя было. Люба вовсю курила, конечно. Мы собирались, хохотали, смеялись. Я просто, ну, даже мы вот в техникуме, не знаю, никогда не видели ее расстроенной, чтобы она срывалась, чтобы она чем-то была недовольна. Я ее просто очень люблю. Сережа, а тебе терпение? Терпение, я знаю, она тебе, о тебе всегда говорила очень хорошо. Но когда мы говорили с ней, она всегда говорила о тебе теплые слова. Так что ты живи, у тебя еще есть будущее, ты создай его. Вот сейчас отгорюешь и живи, живи. Ты понял? Живи, дорогой. Я записался на отпевание, осталось только оплатить. Вот, поставили по центру. Что сказать? Это был самый добрый и светлый человек. Ну, знаете, как говорят, что все люди в нашей жизни, они не случайны. То есть высшие силы их приводят на наш путь, и они занимают определенное место в сердце. Вот когда они уходят, вот это место остается очень пустым, незаполненным и очень много сожалений. Действительно, был хороший человек, хорошая женщина, хорошая подруга. Такая, всегда она была оптимистичной. Ну. Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечные вниз стремления, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом. Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Все вспоминаются его добрые дела на суде Божьем, вспоминаются все злые дела, которые он делал, к сожалению. Все мы грешим в нашей жизни. Призываю Богу решение ее огонь и внимание, и все жизни небесные человека любовь от Девы Святого Духа, и ныне крестные во веки веков. Аминь. Ниже от ребра создав Еву, прежде нашу праматерь, из пречистого твоего чрева плоть одевается, небесного пребывания, раздаяние даров.
храни, сподоби, Господи, прежде усопшая верную рабу Твою, подаря прегрешение и избавление. Слава Твоей Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь. И постепи. Болезнь, не печаль, не воздух, не грех, но жизнь. Сам единичный бессмертный, сотворил и создал человека, любовь и создал помская землю, только зипой земле, только побелел и создал реки. Также пришли предоставлены, не имам и предварить умерши, яко сам Господь. От Иоанна святого Евангелия чтение.
Ты живи, у тебя еще есть будущее, ты создай его. Вот сейчас отгорюешь и живи, живи. Ты понял? Живи, дорогой. Потихонечку. Thank you.
Любовь Николаевна прожила насыщенную событиями, яркую, по-своему интересную, временами непростую, но, что самое главное, она прожила достойную жизнь. Она застала разные эпохи. Она прошла через сложное время перемен. И что бы ни происходило на протяжении всей ее жизни, вокруг она всегда оставалась собой. Она всегда оставалась верна своим принципам, верна своим убеждениям. Она всегда оставалась такой, какой вы ее знали, любили и, конечно, продолжаете любить. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Глубиною мудрости человека любовь вся строй, и полезная всем подавай. Единый Содетель, упокой, Господи, души рабы твои я, на тебя упование возложишь. Творца и Зиждителя и Бога нашего, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Тебе и стену, и пристанище, и мамы, и молитвенницу благоприятную к Богу. Его же родила и все Богородицы безневестные верных спасение. Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим, святых ликобретей, сущих жизни дверайскую, добряча с покаянием, погибша в час есть, воздави меня, спаси, спаси меня. Благословенный си Господи, научи меня оправданием Твоим, Агнца Божия проповедавше, и закланившие кожи Агнцы, и в жизни не старели святи, и пресносущие приставшиеся. Thank you.
сна. Пусть тебе приснятся дожди. Закрывай скорее глаза. Закрывай скорее, усни. Наверное, дождик ночью шел. Да. Сейчас-то нет дождя. Они вообще бурю обещали. Ураган. И сегодня? Ночью. Ну, вчера с вечера как должен был начаться. Mm. Я думаю, блин, а как мы поедем? Я посмотрю, вроде по прогнозу скажет, что в 7 часов должно все это утром. Все не прекратиться. Ну, вот поедем. Вспомни те дни. И первый, и второй. Первое солнце пробивалось, второй день солнце было, сегодня меньше. Цветочки у тебя тут высажены, ты все там сам все растишь, ухаживаешь. Любанина, ну, все, хозяйство. Ну все, ты оставил все. А я как появился у нее, ну, полить, а потом, когда дальше началось, мы уедем на неделю, на две, а на Маринку соседку, Марин, приди полей. Надоело человеку напрягать. Я купил систему, видишь? Угу. Да они сейчас так стоят. Хаотично в этом. Вот этого здесь не должно быть. Курицы. Не выпадет. Это наш Васька. Васька это белый, да, голубь? Он один. Альбинос. И, кстати, дети его приходят. А, ну, да? Прям видно сразу. Все? Нет. Ничего не забыли? Воду взяли? Обратите внимание. Вот солнышко вышло, Сереж. Любанька нас ждет. Вышло солнце. Thank you.
Сереж, вот привычка, какое-то действие твоей супруги, которое ты не любил, это действие тебя раздражало, но ты ее за это любил очень сильно. Вот прям, вот не было бы этой привычки, вот не тот бы был человек, которого ты любишь. Не знаю. Эта привычка, она с одной стороны и плохая, и хорошая. Какая привычка? Ты говоришь, за которую можно было прям... Да, да, но вот она, эта привычка тебя прям бесила. Вот то, что она делает. Курила. Да, да. Но ты все равно за это ее любил, потому что она такая. Конечно. Как бы это человек такой. Конечно. Это вот то, что твоя супруга курила, да? Да. А еще... Вот, может быть, губку не туда положила? Да, или вот что-то такое? За чистоту. Так. Я чистюля. Так. И педант. Угу. Поэтому где-то замечание делал. А. Потому что у нее чуть-чуть там, может, чуть было разбросать, ну, чего-то. Да, по ее нормативам это нормально. Ну, это не мое дело было, конечно. Но ты ее любил за это? Ну, конечно. Правильно. Такой человек, какой был, зато и любил. Хорошо. А у тебя, как ты думаешь, есть такая привычка, которую она ненавидела, но любила тебя за это? Да. Какая? Сейчас скажу. Очень долго собирался. Очень долго собирал? Медлительный. Она тебя ругала все время. Давай быстрее, да? Да, подгонялась. Но за это она тебя любила. Конечно. Я думаю, да. Хорошо. А вот день рождения сегодня. А как вы вообще праздновали день рождения? Её? Она любила тануки. А, это суши. Суши, роллы. Ходили, да? Вдвоем? Да. Вдвоем ходили. Любили вдвоем, да? Вдвоем. Чтобы... На Семеновск. Ты туда ходишь? А сейчас, наверное, сейчас уже не ходишь, да? Я свяжу тебе жизнь из пушистых махеровых ниток. Я свяжу тебе жизнь, не солгу ни единой петли. Я свяжу тебе жизнь, где узором по полю молитвы пожелание счастья в лучах настоящей любви. Я свяжу тебе жизнь из веселой меланжевой пряжи. Я свяжу тебе жизнь, а потом от души подарю, где я нитки беру, никому никогда не признаюсь, чтоб связать тебе жизнь, я тайком распускаю свою.